вот особенно в этом треке слышится, чувствуется прям уровень, как сейчас как бы все это заморачивается, очень сильно обрабатывают и эффекты, не эффекты при сведении треков, и как раньше. Ну блин, здесь вообще другая атмосфера. Ой. Встретимся, слышишь меня? Прости. Я только заметила, что это просто 4 строчки на повторе. Просто 4 строчки на повторе. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Слышишь меня, прости. Там, куда я ухожу, весна. Вот только здесь терцию услышала. По-моему, до этого что-то я не слышала, что он на бэк ушел. Ты сможешь меня найти. Оставайся одна. Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Оставайся одна. Есть начало, ребята. И когда меня что-то воодушевляет, я начинаю есть. Это что-то поразительное. Такого трека я еще вообще ни разу не слышала, чтобы 4 строчки на протяжении всего всей вот этой музыкальной композиции повторялись.
Про листок я, кстати, тоже пыталась понять. А это просто, видимо, сам дельфин дал просто комментарий, как бы подытожил, резюмировал, наверное. И соотнес свое вот это вот свой переход из выход из тупика на новый уровень с тем, что прощание листочка дерева перед осенью. Странно, что перед осенью, что осень, как бы, знаешь, ассоциируется лично у меня осень, а дальше зима, все в спячку. Наоборот, перед прощание листочка дерева перед осенью. Ну, как своя метафора. Но это вообще, это отдельная доза удовольствия вот такое слушать, потому что, ну, я не могу, это настолько вообще другое. И какие-то вот, мне кажется, забытые какие-то уже и чувства, эмоции вот вызывает вот эта музыка. И вся фишка здесь больше. И не то, что даже вся, нет, здесь безраздельно. Здесь, когда партия текстовая идет, она ярко звучит, отдельно выдвигается прям на такой прям пьедестал. Когда заканчивается текстовая часть, включается, просто пошла вот именно музыка. И вот эта музыка, просто насколько она мне почему, знаете, близка, вот когда я в кавер-группе пела, а ребята, ну и сколько им сейчас уже, господи. Ну они вот прям как раз вот дельфин, их вот тема, они прям, мне кажется, застали как раз того времени. Ну сейчас, может, уже, ну, к 50, может, подбивает. Ну, может, там 47, вот. И мне это знакомо, потому что они тоже, вот гитара, вот этот инструментал, живой, за живой звук. Ой, это как-то здесь настолько. Да, это все по-живому, настолько как-то это близко, что ли. Быстрее проникает, и ты как-то настолько этому в это сам проникаешь, вот веришь этому, не знаю, как сказать, как объяснить. Ну, как вот это другое, это живое, как будто, не знаю. Если сейчас музыка, она вся больше вот, ну, она слышна, что серии, ну, как, не знаю, искусственно, не искусственно все это сделано, то здесь, может быть, сила того, что как бы инструментально. Не знаю просто, как сказать мне, я вообще путаюсь в словах, но мне вообще прям очень это нравится. О, классно. Да, ну нет, какие деньги? Здесь это, не знаю, даже у меня нет ассоциации. Здесь вообще просто. У меня здесь нет слов каких-то возвышенных. Не знаю почему, но я прям здесь потерялась. Но настолько это классно слушать. Я говорю, и как будто что-то рождается или просыпается вот внутри, что-то забытое, но при этом очень хорошее. Не знаю. Самовыражение, да, здесь просто зашкаливает.